19-летнего жителя поселка Коченево подозревают в том, что он постоянно избивал свою 3-летнюю падчерицу. Сейчас он находится в изоляторе. Полицейские возбудили уголовное дело. Он ударял малолетнюю девочку по лицу, а также детской скакалкой за то, что девочка не могла досчитать до 10. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по ходатайству следователя. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой молодой человек пробудет до тех пор, пока не завершится расследование. Уже известно, что он бил маленькую девочку периодически, как минимум в течение месяца. Специалистам сейчас предстоит выяснить, насколько серьезно ребенок пострадал физически, а также оценить степень психологической травмы. Тем временем следователи выясняют, как к такому воспитанию относится мать девочки.